даже не ожидала такой экспрессии, бури чувств и эмоций. И мне кажется, весь зал смотрел просто как завороженный. И очень понравилось, что были как и известные джазовые стандарты. Так и авторские композиции, и больше всего, наверное, впечатлила авторская композиция с русскими народными мотивами. Для меня это было настолько увлекательно и так откликалось в душе, что хотелось просто подпевать и кричать «Браво!». Мне очень понравился зал, очень красиво, прекрасная публика, аплодировала здорово. Вот очень-очень хорошее такое настроение. Это очень сильно помогает музыкантам, потому что если не аплодируют, ты начинаешь сомневаться, то ли ты играешь не то. Вот. Вообще у нас очень смешной коллектив. Мы много работаем вместе, у нас у каждого есть свой коллектив отдельный, но когда собираемся вот с Виталием, например, ну, естественно, руководит он, когда собираемся со мной, мы очень часто на романтике романса, там еще где-то, ну. На самом деле вот эта джазовая составляющая «Геликон» оперы, она всегда очень уютная, и мы часто ждем ее. Я первый раз на концерте этого коллектива. Ну и знаете, пятница, весна. Музыка, возможность немножко отключиться от того, что мы с чем каждый день встречаемся, и погрузиться вот в такую очень приятную атмосферу музыки разных времен. Мы всегда рады здесь бывать, получать вот эти красивые впечатления. В этой гостиной мы обязательно приготовим что-нибудь новенькое. Ну а вам всего самого-самого хорошего. До свидания.